Следственный комитет завершил расследование по делу индивидуального предпринимателя, который летом 2020 года отправил на рейс водителя автобуса, не спавшего более 16 часов и позже попавшего в смертельное ДТП в Белогорском районе. Обвиняемый дал признательные показания и сообщил, что лично отправил уставшего мужчину на рейс Краснодар-Севастополь. Напомним, 31 июля 2020 года в Белогорском районе автобус столкнулся с грузовым автомобилем. 8 пассажиров микроавтобуса и водитель погибли на месте происшествия. Еще 9 пассажиров получили травмы. Погибший водитель не находился в трудовых отношениях с предприятием, а отправился в поездку по устной договоренности. В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено и расследовалось уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть людей. В дальнейшем предприниматель предстанет перед судом.